Всем привет, вы находитесь на канале Пандусик, меня зовут Евгений, играем в Фазмофобию. Сегодня мы играем с вами на сложности кошмар с одной уликой. Поехали. Так, сфоткать призрака, свечку и распятие нам необходимо сделать. Сфоткать призрака, это, конечно, прискорбно. Дождь идет. Я намокла, зонтик забыла. Как катастрофа. Ладно. Ищем Светлану Викторовну, потом все остальное. Светланы Викторовны нет в гараже, зато есть нычки, и это тоже хорошо. Слышу китки. Где-то либо кухня, либо как будто ливинг, что ли, вот там. Ну, хотя, может, мне показалось, и где-то ближе кину. Пойдем смотреть. Опа! Вы арестованы. Так, а чё, собственно, у нас проклятый предмет же должен быть, да? Так, призрак у нас здесь. Давайте проклятые предметы посмотрим и заодно косточку. Он где-то на выключатель нажал. Я вот этот включала сама же. А, вот. Это не Мара, поскольку она сама включила... О! А давно такой баг? А чё... Подожди. Здесь же не должна быть миска эта. Прикол. Миска вроде никогда там не стояла. Откуда она там взялась? Интересно, интересно. Так, косточка. Слушай, ну... Я, конечно, со шкатулки могу сфоткать призрака. Я это делала миллиард раз. Но я это делала так давно. И... К тому же последние разы, когда я фоткала призрак, у меня почему-то это не очень сильно получалось. Ну, типа... Кот сразу начиналось. Он не бежал, как положено, к шкатулке в течение там 3 секунд. Или сколько там секунд он бежит. А где Кость? Костя! Ну чё? Где Костя? Чё, долго Костю искать? Или, может, я где-то пропустила? Ну, пойдемте первый этаж до ближе. Я не буду мячик фоткать. Иди ты, знаешь, куда мячик? Знаю я вот эти твои приколы. Так, я вот здесь еще не смотрела. Я забыла, как приседать в возьме на С. Да блин. Косточка, ты где спряталась? Сейчас, добегусь по темноте, что охота начнется. А, вот здесь я смотрела. Вот она. Ты вот запряталась. Вот запряталась. Ну, закон подлости, ну. Все комнаты обошла. Какого-то хрена пропустила этот туалет. И все. И вот он именно в этом туалете. Константин наш лежит. Зажигалочку могу с собой носить, чуть не беру. Щиток рубанул. Не джин. А! Блин, напугала, коза ты. Понятно, ты... Коза ты. О. Нет, вроде огонька призрачного. Мне уже страшно, я бы не испугалась. Кину кресты, а то что-то я... Единственное... Что-то очкую я. Вот сольки тебе тут, нате. Нате, пожалуйста. Ходите на здоровье. Так, у меня одна улика, да? Угу. Надо бы ее найти. Было бы чудесно, очень сильно было. Если бы мы с вами нашли бы улику. На второй этаж пошла. Отпечатков нет? Что это? А что за звук был? Какой-то звук был такой... Э
как будто вот что-то киданулось. Но ничего не киданулось. У меня это... Так, мне это, мне нужно... Где термометр? Блин, надо свет включить, в темноте хожу. Ну, меньше градусов. О, дал меньше градуса, значит, будет минусовая. Ну, если они это не пофиксили. По последним наблюдениям, если меньше градуса дает, то будет минусовая. Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Сыр не хочет. Чё, пофиксили, что ли, это? Что-то у меня потеплело. Не переезжает он случайно? Ой, слушайте, теплеет. У меня призрак переезжает. Ладно. Пойду я включу свет. А то в темноте грустно. Главное не сдохнуть. А я думаю, что пора уже благовушку в руки брать. Ничка есть в этом. В подвале тоже. Будем знать. Так, у нас до сих пор с вами нет ни одной улики. Ну, переезжает. Призрак, температура растет. Все. Так, ну что я могу? Я беру благовошку. Свечку надо потушил, чтобы... И надо искать, куда призрак у нас переехал. А призрак у нас, скорее всего, переехал. Почему-то мне кажется именно так. На второй этаж. А сколько температура в комнатах? Вы смотрите, как прохладно везде, да? А ведь щиток включен в всю катку. А, ну как включен в всю катку? Я же вот... Недавно его включила тоже. Ну, думаю, что второй этаж. Блин, я боюсь. Я не знаю, почему. Вот что это опять? Ребята! Они добавили звук складывания блокнота? Охренеть! Я думаю, что это за звук такой? Так, ладно, пока... МПшка. В эту комнату, что ли, ты мне уехал? Так, ну окей. Давай посмотрим температуру. Двойное взаимодействие? Да, здесь призрак у меня. А, господи, я теперь пугаюсь этого звука. Пипец. Так, у нас не Мираж, не Горё, не Мара. Это прям 100%. Инфа сотка прям. И нам надо, знаете, что с вами сделать? Снять отпечатку сейчас. Ну, вернее, посмотреть, есть ли она. Я ношу по одному предмету, потому как у меня благовушка. Ну, отпечатки мы с вами не наблюдаем. А, у нас... Ничего у нас. У нас радио это орёт. Я думала, МПшка орёт. Уже все, куху уехала. 0,1. Да, минус будет сейчас. Да подожди ты. Да, минус. Так, ребята, у нас минус. Все, что нам необходимо, это проверить орб жирный. Потому как минус есть в уликах у мимика. Если мы сейчас с вами найдем еще
призрачный огонек, это будет 100% мимик, потому что мы убрали одну улику, напоминаем, мы играем на кошмаре с одной уликой, а не с двумя, как ну, на стандартном кошмаре. Вот. Кстати, а почему у меня свет везде выключился? Я что, перегруз сделала? Поэтому что? Поэтому пойдемте посмотрим огонек. Пока у меня призрак еще куда-нибудь не переехал. Ну, огонька нет. Что и следовало ожидать. Поэтому мы что? Поэтому мы несем свечки. И как-то мне надо ведь сфоткать призрака. О, тут уже все дела происходят. Я даже не заметила, что у меня крест съеден. Ну, давай, Женя. Сейчас второй крест доел, я не успела сфоткать, да? Ну, в смысле, второй раз съел. Ну да, Женя, гениальный человек. Профукала фазу сгорания креста взаимодействия. Ладно, не буду. Ой, я включила бы. Так, что мы имеем? Мы имеем, что нам необходимо крестик поближе положить, пока, чтобы мы не сдохли. Держать в руке фотик и отметить минусовую. Это точно не Морой, потому что у Морой обязательная улика радиоприемник. А, подожди, ты много слишком действий делаешь, я не успеваю все. Так, две фотки. Подожди, ты меня кошмаришь, да, я выйду из дома, все, подожди, подумаем. Так, это не Морой, это не Анрё, это не Они сейчас была дымка, это точно не тень, это не Джин вырубает щиток. Не мимик, да, мы сами огонек не нашли. Минусовая у нас есть, поэтому Ханту вполне может быть. И щиток он... Сколько я раз... А, ну я один раз ходила, щиток включала. Насчет Юрея, кстати, вот там было взаимодействие, но мне, наверное, показалось, что было жесткое взаимодействие. Я сейчас попробую сфоткать призрака. Чуть-чуть подожду. Со шкатулкой. Буду так пить, чтобы восстанавливался рассудок. Потому как, когда я залпом выпиваю, мне кажется, я не восстанавливаю рассудок. Я могу ошибаться, я не знаю, как точно работают успокоительные. Но буду вот так пить. Раньше часто фоткала со шкатулкой призрака. Рука вроде бы как набитая. А, все, не влезает. Значит, у меня хороший рассудок. Вот. Надеюсь, что сейчас тоже получится. Ну, видите, он опять выключает щиток. Так, соли я не насыпала в комнате призрака, поэтому... Все должно быть хорошо, соль нам не должна засчитаться. Ну, может быть, взаимодействие, конечно, будет тоже. Ну, пойдемте. Конечно, руки трясутся все равно. Замедлилась. Курила. Я не пойму, она замедлилась только на соли или она медленнее стала? Ну, сейчас послушаем. Нет, она быстрая везде. Чё там? По скорости не слышу. Да, сфоткали призрака. Такая классная фоточка. Слушайте, ну... Давайте... Сейчас я все расскажу.
будем размышлять. Во-первых, я думала, что она сейчас на первом этаже замедлится, поскольку... Я уже решила, что это Ханту. Ну, так. Подумала, наверное, Ханту разбежит. Вот. У меня отмечена правильная улика, да. Это точно не демон, это точно не Юр... Спасибо, бля, учу время. Точно не Юрей. У нас остаются только быстро. Это не Ревенант, потому как он должен был, когда я обкурила ее, она должна была потом замедлиться, поскольку меня потеряла. Вот, у нас остается два призрака. Хант либо близнецы. Для близнеца она как будто бы слишком быстро. Слишком быстрая была. Вот, но есть момент, что мы могли ее и разогнать. Вот. Что-то кидает. Ну ладно, еще взаимодействие какое-нибудь сфоткаем. Вот у меня что, переехал, что ли? Или ты просто кайфуешь? Ой, какая она активная, слушайте, вообще прям. Хотел сказать не дух, но да, это не дух. Сейчас чуть подождем. Чтобы сфоткать крест, а не взаимодействие. Правда, я не знаю, сколько ждать надо. Ну. Блин, сколько? Она быстрая, ребят, вот я бы сказала, что это морой какой-нибудь. Ну, я сейчас поднимусь, сфоткаю крест. О! Блин, это фантастика, ребят. У нас Ханту, скорее всего. Вот видите, она замедляется кое-где. Почему она быстро бегает? Потому что... помните, она второй этаж поднялась? И там 10 градусов было в соседних комнатах. А где при 10 градусах Ханту все еще быстрый. Не максимально, конечно, со своей скоростью, но все-таки он быстрый. Вот. Соответственно, она сейчас и бегает везде, потому что здесь где-то вот 10, может где-то 12. Я что делаю? Я просто иду, выключаю щиток, и мы с вами сейчас посмотрим пар изо рта у призрака. Ханту имеет способность при выключенном щитке выпускать пар во время охоты. Кстати, насчет гостов я не знаю, работает это или нет. Мы сейчас ее подождем и поглядим, будет ли у нее пар. Ну, он будет, я уже уверена, что это не близнеца, а именно Ханту. Будьте бдительны, когда играете Фазму, и вот у вас быстрый призрак, и вы слышите, что он и на первом, и на втором этаже везде быстро бегает. Вычеркиваем Ханту. Хант уже в своей комнате, только быстрый. Нет, Ханту быстрый. Хант, вернее, увеличивает свою скорость, когда температура там ниже, допустим, 15 градусов. Видите, какая быстрая. И уменьшает ее, когда выше 15 градусов. Блин, давай ты ко мне спустишься, пожалуйста. Идет, идет, идет. Надеюсь, она будет идти. Да, пар мы увидели. Я уже хотела начать ругаться. Думаю, господи, ты хоть пар-то покажи. Пар показала, когда уже впритык к нам почти пришла. Так что, если вдруг вы услышали, что у вас призрак бегает по всему дому, но при этом щиток включен, и вы таки думаете, что это не Ханту, нет, лучше или проверяйте температуру, если вы видите, что градусов 10-12, то Ханту все еще быстро при такой температуре. Я точных значений вам не скажу, потому что я их просто не помню, но примерно знаю, что так и есть. А мы все с вами сделали хоть, а то, может, я что-нибудь не сделала? Нет, мы все сделали.
Хорошая каточка получилась, мне очень понравилось. Поехали. Очень активный был призрак. Очень много было взаимодействий. И когда у меня упал рассудок и этих гостов стало больше. Так, у нас идеальное расследование. Хочу посмотреть, сколько было предметов. 62 предмета бросил. Использовал 10. А использовано это, видимо, выключатель, радиоприемник, что-то вот такое. А, ну и дверь, наверное. Или не? А, нет, двери потрогано отдельно. 24. 24 раза дверь потрогал. Обалдеть. 3 раза выключатель трогал. 3 раза выключал щиток. Кстати, щиток он выключал. Катка у нас длилась 20 минут. Для хантушки это немного. Это вообще в целом среднее значение, мне кажется. Очень часто ханту гораздо больше раз выключать щиток. 102 взаимодействия всего было. Ну, вот, вот такая каточка получилась. Спасибо, ребята, всем, кто посмотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. И не забывайте, что стримы проходят на VK Play Live. Ссылка в описании. Всех люблю. Всем пока.